бы сразу же поехала. Вот, серьезно. Потому что я очень хочу... Хотела. Хочу. Стать косметологом. И поэтому... Ну, мне там еще типа, есть как бы вариант забрать диплом, его сдать. Сделать все так, как я хотела. Что Денис писал? Просил адрес. Доставка уже, я же говорю, закрыта. Она закрыта везде. И во Фудуахе, и во Франкфурте, везде. Друзья найдутся везде. Вот я тоже так думаю. Идите нахуй. Русский корабль. Слава Украине. Салют. Ого, а чего это такое? Сколько зрителей? Чего это такое вообще? Алло! Нихуя себе. Давайте еще раз скажу. Русский военный корабль, иди нахуй. Я в шоке. А в смысле? А что произошло? А откуда они взялись все? Ого. Так, а ну тапаем по экранчику. А что это за прикол? Что это за массовая атака? Ладно, давайте поговорим. Подкрашу реснички. Хочу, чтобы был такой эффект. Да-да, подписываемся. Так, это какое-то обзывательство, походу. А нет, красивая, спасибо. Thank you very much. Hi, baby, hi, Gates. How are you? Ладно, можно с вами по-русски говорить? Блин, а что они на меня все подписываются? Может, это какой-то бот? Покажи тушь. Объясните, что происходит? Может, мне нужно выключить это все? Да, приветик. Порядок. Вот такая вот тушь. Тапаем по экранчику. Tap to screen, биты. О, мне уже начинают какие-то мухмеды писать. В Инстаграм. Блин, девочки, есть кто-то тут нормальный? А ну, поговорите со мной. Все нормально с эфиром? Что произошло вообще? Я не понимаю, как это произошло вообще. Откуда появилось столько зрителей? Привет, я. Тебе к 13? Да, кстати. А откуда вы знаете, что мне к 13? Я тут, я Е. Привет. Возможно, крутый или эфир в топ выше. А как можно накрутить? По-моему, так в... нельзя, нет? Ты вчера говорила... А. Ты откуда? Я с Украины. Я сама в шоке, как. Что это было такое? Приятная неожиданность. У тебя такой профиль в Инстаграм красивый. Как и где обрабатываешь фотографии? Ого, так много. Короче... Я обрабатываю фотографии в самом айфоне. Я за Украину. Слава Украине. И... да. В самом айфоне просто так вот. Может, это боты. Хорошо, а как они туда зашли? Как они вообще увидели мой эфир? Какой дебил это сделал? Нет, Sky High нравится больше. А почему Хай? А, Хай.
Night вообще. Хай. Как это правильно? Sky high. Видео. А могут заблокировать? Вообще, в принципе, я думаю, что могут. Но я не знаю, это бред какой-то. Спасибо. О. Все, короче, вот так немножечко водички добавили, и уже по-другому смотрится. Приветики. Так, подписываемся, лайкаем. Блин, все равно оно, вот видите, по-разному тут приклеилось. Блядь. Тут у меня вот это вот кодни. То, что ниже, это уже покрашено. А ну, tap to screen. Что сделаешь? Ну, вообще, я бы сделала кому-то разборы матриц, но то, что это я вообще не выставляла и как-то не веду уже аккаунт с матрицами, то, соответственно, заказов нету. Как тебе? Мне очень нравится тушь, просто я вот тут фигню понаделала. Что, разъединить? Оно уже не выходит. Так, посоветую какой-нибудь сериал, фильм. Фильм последний, который мне очень понравился, который я смотрела, это «Плюсы обману». Для меня это очень крутой сериал, фильм. Да.